Кинопоказы под открытым небом продолжаются. Сегодня в 8 вечера на Никитском бульваре. Лирическая комедия «Однажды 20 лет спустя». Ученики одной из московских школ встречаются через много лет после выпускного и пытаются ответить себе, что успели сделать в жизни и чего ждут от будущего. На кинопоказ лучше приходить заранее, захватив с собой теплые вещи и термосы с теплым чаем или кофе. В субботу 2 сентября в Центральном парке культуры и отдыха все желающие смогут потанцевать под открытым небом. В 5 вечера там начнется мастер-класс по современным направлениям хореографии, а в 18:00 танцевальную эстафету подхватят любители ретро-танцев. В парке Добросельский в этот же день поздравят первоклассников. Для них пройдет веселый праздник с конкурсами под названием «Первый раз в первый класс». Начало в 11 утра. Праздник яркой осенней ягоды отметят в Юрьев-Польском. На центральной площади города в субботу пройдет межрегиональный фестиваль народного творчества «Рябиновое Аполье». Можно будет купить саженцы, попробовать варенье, приобрести сувениры ручной работы и послушать выступления фольклорных коллективов. Начало в 11 часов. Одно из самых ярких времен года во всей красе в Доме культуры молодежи открылась фотовыставка «Пестрый осенний наряд». На ней можно увидеть живописные уголки природы в осенних красках. Выставка работает с 9 утра до 7 вечера. Чем интересен пернатый спецназ, можно узнать на необычной выставке в Музее природы. Там расскажут о хищных птицах, которые живут на территории Владимирской области. Многие из них являются редкими и занесены в Красную книгу региона. На интерактивной площадке посетители выставки смогут услышать птичьи голоса и поучаствовать в тематической викторине. В выходные музей работает с 10 утра до 6 вечера.